Действительно символично, 21 марта, третий день, третий месяц года. А сейчас мы хотим дать привет Каменецкого, директору. За то, что вы нашли время, такое хорошее, нашли день и пришли на наше мероприятие. Для нас это очень важно. Я благодарю вас. Сказали, ребятки, в этом году по семейной инициативе Down Women International проводится всемирная акция, посвященная синдрому Дауна. Для чего эта акция? Для того, чтобы поддержать людей с синдромом Дауна. Я немножечко волнуюсь и извиняюсь, для того, чтобы показать им свою участие, для того, чтобы акция, которая называется Lotus Stops, чтобы все одели эти носочки, тем самым мы хотим показать, насколько это важно. Носки – это своего рода вызов для того, чтобы обратили внимание. А откуда ты на Марфи Мекарден? All Dushanbe's staff are joining me today to welcome you to this World Down Syndrome Day. Gavzadan girer. At Serena, it is our philosophy to support and help this kind of event through our CED program. Мы поддерживаем такого рода мероприятия через нашу программу СИ, гостиница «Сирена» поддерживает эту программу. Каждый год рождается 440 детей с синдромом Дауна. И самое важное, что рождение этого ребенка, оно не зависит ни от чего. Ни от социального статуса, ни от каких-то болезней родителей. Просто ребенок рождается таким. И внедрять его в наше общество, так, чтобы он был полноценным членом его,
Необходимо просто вовремя. Необходимо вовремя проводить инклюзию в образовательном учреждении и общаться с этим ребенком так же, как он есть. Это уделять ему немножко больше того внимания, которое необходимо детям. İçimde bandı bir tarzına istiyorum.